Я тут набирал на свалке отходы льняного производства. Я их тут вон раскидал. Такой вот у нас лен, отчес от льна остался, вернее, а не лен. Значит, куда я его применяю? Пробую, вернее, не применяю, а пытаюсь пробовать. Значит, на кусты малины я его покрыл. Там влажно. Все как малинка должна любить. Червячки. Все что надо. И под все кусты там смородина. И смородина тоже завалил этим льном. И вот уже молотнячок пошел. Эти кустики у меня молоденькие. Сейчас я буду делать грядку под кабачки. И копая лопатой, я буду эти отходы буду засыпать под землю. То есть попробую, а что будет? Потому что это их льна у нас, его выбрасывали, у нас немерено, блядь. И вот я его поэкспериментирую. Жена против, конечно, но пока ее нет, я втихаря этот отчес льняной закопаю. И пускай она сажает туда кабачки. А там что будет, увидим. Такой у меня дом самодельный, слепил из того, что было, изо всех отходов. Снаружи, конечно, плоховатенько. Тут еще у меня бардачок. Но внутри благодать. Креслица, на котором я отдыхаю, и вот так вот садишься, хорошо, а то все бесплатно. Так, ладно, идем копать и закапывать отчет льняной, пока жены нет. Все еще не крашено, все будет краситься. Так, вперед. Так, выделю я вот такой пятачочек здесь под кабачки, которые, честно сказать, мне нахрен не нужны, а им нравится. Ну и пускай сажают. Так, картофанчик входит. Процесс пошел. Здесь вот я им сейчас вскопаю. Буду закладывать отчес. Посмотрим, что будет. Будет ли он перегнивать? И что будет дальше? На кабачках будем экспериментировать, так как их не жалко. Примерно вот так это будет выглядеть. Засыпаем. И сейчас пойдемся. И будет еще засыпать. Раз. И мы его сверху засыплем. И вот так вот пойдем делать всю грядку. Раз. И сверху засыплем. Так вот будем делать. Ну, как-то вот так у меня получилось. Конечно, заметно, что я сюда отчет скидал. Ну, а теперь уже поздно панику поднимать. Я уже дело сделано. Будем сажать так, как есть. Так, осталось кабачки воткнуть. И сверху я еще тоже покрою этим отчесом, чтобы не было травы и чтобы влага держалась. Посмотрим, как так будет. Так, кабачки посажены.
Буду покрывать их покрывным материалом. Сегодня 30 мая. Завтра до плюс 9 передают всего. Ночью, возможно, заморозки. Так у нас начинается лето. Будем покрывать материальчиком. Так, меня больше интересует, как это отчёс будет перегнивать в земле. Перегнивает он очень плохо. Вот будем смотреть, за сколько времени он перегниет и как хорошо. Но земля здесь поднялась за счет его. Здесь низина, здесь все время сыро. Ну, кабачкам пойдет. Так, ну что, растите. Будем ждать результата.